Привет-привет, девочки и мальчики! В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как правильно клеить ресницы и показать вам мои ресницы. У меня вот такая огромная коробка. У нас наконец в Алматы появился официальный дистрибьютор Maybe Lashes. Они очень популярны в Америке, в Канаде. Теперь эти ресницы появились в Алматы. Это очень здорово. У меня целая коробка. Я понабирала себе различные модели. Как вы успели заметить, я уже наклеила ресницы. Для того, чтобы вы заметили разницу, я наклеила ресницы только на один глаз. Видите, какой результат? Как я их клеила, я покажу вам немного попозже. Покажу вам, каким клеем я пользуюсь, каким способом я наклеиваю ресницы. А также покажу вам несколько моделей на своих глазках, как они смотрят. Потому что на самом деле моделей у меня очень много. Я выбрала самые такие популярные и покажу вам, как они смотрятся на моих глазках. Немного расскажу вам про эти реснички, которые у меня. Они сделаны из натурального меха норки, а также из конского волоса. Но при этом ни одно животное не пострадало. Получилось очень прикольно, когда я в Инстаграме сделала пост, что у меня вот ресницы из натурального меха норки, из конского волоса. И некоторые девочки сразу начали на меня нападать, писать, что вот, ради ресниц убили животных, как ты можешь их носить и так далее. Вот, никого не убивали. На самом деле, знаете, как их добывают? Их просто расчесывают, этих животных, делают им массаж таким образом. Расчесывают, расчесывают, и волоски, и мех, которые остаются на расческе, его уже используют для этих ресниц. Поэтому не переживайте, ни одно животное не пострадало. Здесь на волоске сохранен острый кончик, и благодаря этому ресницы смотрятся очень натурально. Мне это безумно нравится. Они такие немного пушистенькие, знаете. Сейчас это очень модно. Весь материал обработан, простерилизован и гипоаллергенен. Так что мне это безумно нравится. Ресницы сами по себе очень классные. Ресницами Maybe Lashes пользуются также и звезды Дженнифер Лопес, Систер Хилтон и известнейший мейкап-артист Скотт Барон. Существуют еще пучковые реснички. Их легче всего приклеивать, потому что они маленькие, пучком. У меня здесь 12 мм, это максимальная длина, 10 мм и 8 мм. Их очень-очень удобно клеить, вы можете сделать ресницы более густыми, вы можете сделать просто как кошачьи глазки, наклеить их только у внешнего уголка глаза, поэтому пользоваться ими очень легко. И, между прочим, мой первый опыт наклеивания ресниц начинался именно с пучковых. У меня клей дуо красненький и синенький. Красненький он серого цвета, он не становится прозрачным. И мне это не очень нравится, потому что я часто пачкаюсь им и нечаянно где-нибудь задену, и остается, в общем, серый цвет. Приходится его аккуратно снимать, это мне не очень нравится. Я использую синенький дуо, который белого цвета, но он становится прозрачным, и это очень удобно. Давайте сначала покажу, как я клею ресницы, а затем я расскажу, как правильно их снимать, и чтобы они вам прослужили очень долго, как их очищать, тоже расскажу. Вначале, перед тем, как я клею ресницы, я делаю легкий макияж, рисую стрелки, либо делаю интенсивный макияж. В общем, вначале я делаю макияж. В данном случае я просто нарисовала стрелочки, немножко прокрасила свои реснички, и уже поверх я наклеила ресницы. Беру ресничку и начинаю на нее при помощи палочки наносить клей на основание ресниц. Клея нужно наносить достаточно, как бы и не жалеть его, и самое главное не переборщить, не запачкать сами ресницы клеем, потому что это смотрится потом не очень красиво и сложнее вам будет счищать. Когда вы нанесете клей на основание, нужно подождать 30 секунд, чтобы клей немножечко подсох. Вот прям немножечко, потому что таким образом вам будет намного легче их приклеить. Я даже иногда дую на них, но самое главное 30 секунд подождать и затем приклеивать. Клей становится более таким липким, так намного легче клеить ресницы, потому что если вы сразу будете клеить жидкий, все будет размазываться, ресницы будут отклеиваться, вы не сможете нормально их приклеить. Вот. Скажу вам такой секрет, что легче всего наклеивать ресницы, когда вы смотрите в зеркало сверху вниз. Не вот так вот, да, вот вы клеите, тогда получается у вас глаз открыт, ресницы задевают, ваши ресницы задевают эти ресницы, это, короче, неудобно. Поэтому смотрите сверху вниз в зеркало и таким образом наклеивайте реснички, это будет очень удобно. Если они у вас цельные, да, пучковые, можно и как-то вот так уже клеить, но если цельные, то мне легче всего вот так. И главное нанести хорошо клей на начало и на кончик, потому что они чаще всего отклеиваются. И мне не важно, какой частью я вначале приклеиваю, будь это хоть кончик, будь хоть серединка, главное, чтобы я попала. Просто вот так берешь, вставляешь, надеваешь, потом пальчиком аккуратно вот так
прижимаешь, смотришь, чтобы они хорошо приклеились, особенно начало и конец. Затем, когда вы уже их смотрите, что вы их наклеили, подсох немножко, тем просто начинаете поднимать немножко свои вот так уже реснички вместе с ними, вот так поднимаете, смотрите, чтобы они вот ровно сели, встали, все, пошла. Когда вы снимаете уже реснички свои, пришли домой, усталые, аккуратненько их снимаете, тянете за кончик. Можете вначале смочить ванной спонжик водичкой мицеллярной, либо какой-нибудь другой водичкой. Аккуратно потянули, сняли, все замечательно снялось. Затем берете пинцетик и пинцетиком основание очищаете от клея, очищаете аккуратненько, чтобы там ничего не порвать. Затем берете, опять же, ватную палочку, промываете аккуратно реснички, складываете обратно в коробочку закрываете, до следующего случая. Таким образом, ресницы могут служить вам очень-очень долго, и это, конечно, здорово. И советую вам все-таки, если вы идете на какое-то супер важное мероприятие, взять с собой клей на всякий случай. Это мой опыт, потому что у меня было несколько раз так, что ресницы начинают отклеиваться, и ваша подводка вместе с ней отклеивается, у вас белый зазор. Либо берите с собой подводку на всякий случай, либо берите с собой клей. Вся прелесть, конечно, в накладных ресницах – это то, что макияж сразу меняется, я уже об этом говорила, глаза становятся выразительными. Особенно, если у вас фотосессия, то никак не обойтись без накладных ресниц. Если это какое-нибудь вечернее важное мероприятие, у вас красивый макияж, все равно ресницы не помешают. Все ссылочки будут в описании под моим видео, как обычно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. С вами была Женя Гейн. Пока-пока.